Привет, наши золотые! Как мы рады вас видеть! Вы вас не представляете, но больше мы рады видеть вас именно на этом канале. За эту неделю произошло просто невероятное обстоятельство. Мы словили третий страйк за Стефани Майер, за «Сумерки», которым 475 лет вампирских в обед. Там просто какой-то ужасный, то, непонятный... что мы даже не обжаловали. Да-да-да, просто загруженное видео вручную нашли, удалили, кинули страйк. Но в итоге вы видите нас на нашем канале, значит, получается, что мы с ними договорились. Да, мы извинялись, мы сказали, валялись у них в ногах. Как я рад, что мы на этом канале остаемся, вы просто не представляете. Расставаться с вами – это вот больно, это страдание. Но не сегодня, у нас сегодня чародейки. Как я рад, что чародейки. Все, у нас какая-то там 20, да пока. Тут я смогу добавить к моей коллекции третье сердце. А с сердцем земли ты удачу не попытаешь, госпожа? Ха, что мне земля? У каждого мира есть сердце, но в этом... Что мне гарем? Я буду управлять всем миром! Простите. Это из... Это Хюррем Султан. Кости нет, стражниц. А какой смысл вообще диалог вести? Это все равно, что я с Алисой разговариваю. Только, пожалуйста, не заводись, умоляю тебя. Или там своим роботом-пылесосом он такой... В смысле, не риса вот с ними? Ну да. Ну, какой же одинокий человек, она создала искусственную себе комплекцию. А есть какой-то смысл, например? Не, ну они все равно ей как-то отвечают, ведут с ней диалог. Просто они безвольные. Покажи сердце Аридии. Йоу, полетёнок. Я всем сердцем желаю этого. Охренеть. Так это ж вообще, это что, это в каждом мире. Что значит каждый мир? На каждой планете, да? Ну но да, видишь, в чем дело? Сердце. Тут как будто бы должна быть жизнь на этой планете, и эта жизнь должна быть относительно разумной. Неважно. Ну тут каких-то кузнечиков нам показали. Но жизнь есть. Жизнь есть, это важно. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Бойся, беги, злодей. Моя лучшая фотка. Кстати, знаешь, есть сайт, куда выложили фотку таланты. Да, там целый пак. И, то есть это нам показали несколько, самое безобидное. Там много будет. Сайт Бланка. Приторговать можно. Маркетплейс Бланка в Даркнете. Чародейки. В. Значит, Виктория. Победа. Что? Ну, Виктория, что? Он сказал... Виктория. Да, победа. Значит, победа. Ну, а он никогда не говорил, они обычно переводили. Ну, Виктория же здесь тоже так говорят в России. Виктория, победа, типа, это как одно и то же. Виктория? Ты никогда не знал, что Виктория означает победа или Виктор? Нет, Виктория, я знаю, ну, я знаю ну, слово, да, но... Да, эти имена, ну, означают победа. Ну, они решили так сделать, типа, В, значит... Я первый раз такой, слышишь, типа, Виктор, Витя, это все вот, да, это... Слово победа, да, victory. Охренеть. Я думал, это русское слово, наполненное русскими силами, машинами, скрепами весь обжатое слово. Но а это... победа русская. Да, почему не назвать ее? Победа. Победа Степановна. Победа Степановна, мне... Ну, почему-то мне победа напоминает в ассоциациях только вот эту вот горбатую машину, которая такая, ой, я такая... Или класс... авиакомпанию. Или авиакомпанию, да. Ничего хорошего. Автор сценария Николь Дюбук. Классно. И на последнем развороте впереди ученица школы Шеффилд Вилвенда! Давай, давай! Да ты чё? Кто-то её опередил. За 200 метров побеждает Мэнди Андерсон из школы Ист Хизерфилд! Вендом к разочарованию болельщиков на втором месте. О, а на третьем Лиза Калетти из школы Ист Хизерфилд. Просто потрясающе.
Мэтт, и ты тоже здесь? В летнем лагере ты так классно не плавала. Да что происходит здесь с пацанами? Но это уже не Нериса. Но давай, давай это просто. Реально. Это... Не, ну он просто заговорил. Они вместе были знакомы с лагерем. Лагере, ну ты чё? Да, нормально. Надувные нарукавники снижают скорость. Эй, Вилл, молодчина. Почти победила. Ты обращаешься ко мне? Или все еще мою соперницу поздравляешь? А, не обижайся. Мы с ней друзья детства. Я соревновалась с твоей подружкой? Неплохо для начала. Но следующие два дня напрягись, нужно золото. Пока, Мэтт. Мне кажется, что уже все потеряно. Пока, Мэтт. Прикольно, да? Вот идет женщина. Все будет хорошо с ним, не переживайте. Брось, Вилл! Второе место здорово! Чего себе, ты заслужила башня. Мороженое! Нет, потом. Никакой радости победы. Второе место – это не победа. Оно второе только место для неудачников. Круто. У меня последнее время одни неудачи. Тут с Мэнди, там с Нерисой. С физикой... Нет, это у меня. Даже заполучив в руки посох Нерисы, я не смогла его удержать. Ты ни при чем. Это я не удержал сердце Меридиана. Ого, а что Галю в голос поменяли? Немножко сделал операцию. Он сломался у него окончательно. А, на Меридиане же немножко по-другому все работает. Не так, как на Земле. Тот голос не у мальчиков ломается голос, 17 раз ломается. Ладно. И это тяжело. Я знаю, знаю. И с Кадмой тоже, но... Точно! Есть идеи? Посох Нерисы нельзя отобрать из-за сердца Меридиана. Возьми его! Мне не нужно! Нериса хитростью заставила Элиан отдать сердце. В посохе сердце Меридиана и сердце Замбалы. Только наследник трона Меридиана может забрать сердце против воли Нерисы. Наконец-то Нериса вспомнили. Нериса заточила Элиан внутри сердца. Чудовище! И лишь Элиан может забрать кулон. Не только она. Сердце Меридиана мое! Фобос! Да? Нет. Фобос же тоже... Ну, брат сердца Меридиана. Да, Фобос. Да, Фобос. Мы сейчас Фобоса будем вызволять. А Седрика? Седрика, а Седрик не королевской крови. Он просто... Не, ну заодно он просто. Просто змей. Ну, заодно. Блин, ты права. Выбора нет. Кроме Элион есть только один наследник трона Меридиана, способный отнять у Нерисы силу. Принц Фобос! Я чую отчаяние, стражница. А я отвращение. Слушай, мы помилуем тебя и отпустим, но при двух условиях. Ты... отнимешь сердце Меридиана у Нерисы. Еще поклянешься вернуть силу Элиан и Кадме. И не использовать ее. Что ж, между мной и колдуньей нет особой любви, и, мне признаться, надоели мои каникулы. Нет, милорд, эта сила по праву ваша. Вы не должны торговаться и связывать себя клятвой, данной изменником. Это ниже вас. Так он же может нарушать клятву. Они до сих пор ему верят. Я не понимаю. А вот верны ему до сих настолько пор. Авантюра. Просто на слово поверить, да? Типа, ну он же обещал. Ты же обещал. Он же не может. Ну такой, ну и да, я обещал. Ну и не хочу. Ну я обещал. Тебе нравится, да, как карать? Тебя очень сильно. Наконец-то! Это сердце Аридии. Я тронут твоей заботой. Но ниже меня, а впрочем и выше, и вокруг меня это камера. Поклянись сердцем Кандракара, и тебя освободят. Клянусь сердцем Кандракара, что не буду использовать силу. Довольно? Что за бред? Подожди, в чем было? Клянусь сердцем Кандракара, что не буду использовать силу. Силу довольно? Силу этих камней, сердец. Одно из заклинаний разрушено. Какое именно? О, нет! Какая глупость!
Нужно было давно покончить с Фобосом. Еще не поздно. Вот кольцо мага. Уничтожить Фобоса и всех, кто будет мешать. Кольцо мага? Да, это еще что такое? Участие. Она показывала маг раньше кольцо? Маг — это тот чел, который... А, вот этот лысый. Вот. Короче, с Меридиан. Он не смирится с этого, да, с Кондракар. Да, да, с Кондракар. Да. О, бланк. Разумеется. Его давно не было. Ага, ага. Да, конечно, конечно. Ага. У него опять голос сломался. Ты был прав, 17 раз сломается. Мне кажется, они просто потеряли человека. Он ушел. Ну, не потеряли, в смысле, он погиб, а просто не получилось у него отработать смену. Такой, слушай, можешь моего, моего персонажа отыграть? Да, конечно, мы вышлем список оценок. И фо... Филипп! Филипп, да. А, он... Блин. Да, это было очевидно, шутили за что-то, а нет? А я нет, я тупой. Ждите Филиппа завтра утром. Спасибо, директор Никербокер. Это ученик. Прибывший из-за границы по обмену. Вот задачка. Нужно подыскать одежду. Я что-нибудь приду. Погоди. Я что, одет не помог? Неплохо, неплохо. Все-все, он прав. Он прав. Да, прикид, что надо. Вам все это не кажется странным? Бланку странно. Бланку все очень странно. Нериса вот-вот может напасть. Блин, ну хорош. Итак, с этого дня... Так можешь оставить все силы, симпатяшка. Ты под защитой стражниц. Ночуешь у нас. Чудно. У него сила Шегана. Он защитит и присмотрит за тобой. Если честно, мы тебе не доверяем. Моя мама! Бланк, прячься! Блин, а Фобос сильный. Ух ты! Вы превратили подвал в клуб, ребята! Только выбросите мусор. Фу, как воняет. Да. О, и как вам удалось победить меня? А он уже все, типа, такой добренький. Посидел в тюрьме, опомнился. Это тот самый уникальный случай, когда тюрьма перевоспитывает, да? Они делают еще хуже. Давайте вместе, дружи, в школу буду ходить с вами. Давайте, ребят. Была бы хоть какая-то предыстория с трансформацией психологической, я бы в это... Сидишь один, думаешь о жизни, такой, блин, что я натворил? Ведь я мог жить с своей сестрой. Ну, в смысле, в мире и согласии. Как Мэтью и это как из Н. Ходить в школу, получать оценки, завести подружку. Он не слишком большой для школы. Смотри, ну, он... Ты видела Нерису в прошлой... Видел Нерису в прошлой серии? Она что, небольшая была для школы? Вообще как-то дылда. Ну да. Ну ты посмотри, он выше ее где-то на раз, два, две с половиной, на три головы. Он мужчина. Видишь, он вообще плохой. Ну он такой шкодник. Он плохой шкодник такой. Он такой, типа, на ему, шлунишка. На ему можно, ему можно. Слушай, если я останусь с ним еще неделю, будешь защищать его от меня. Удачи. Можно тебя на секунду? Ты больше не раб Нерисы. И что? Ты должен болеть за меня, а не быть телохранителем Мэнди. Стой. Так ты ревнуешь? Так ты ревнуешь? Нет, просто держись подальше от меня. Все, блин, вот все. Дебил. Вот все время ты. Вот вы уже признались в чувствах, и вполне очевидно, да, что дорожите друг другом. Да. А ревность — это страх потерять. Ну, и как бы признание страха потери, нет, человека, прям стыдная штука. Нет, это не стыдная штука, нет ничего стыдного для Уилл сказать, типа, да, ревную. В чем проблема, чел? Проблема в том, что ты кадришь какую-то девчонку. Ладно, не кадришь, но ты с ней общаешься. Типа, мне это неприятно. Но он тоже такой дебил, они соперницы. Участвуют в заплыве, даже... ты должен поддерживать, блин, свою подругу, даже ты, не под... ты идешь, болтаешь, блин, даже с если этой... бы она не была
Да. Если бы это просто была его подруга, и он просто не общался, так это реально соперница сейчас, Уилл. Это отстой, это отстой, Шеган. Ой, или как его? Приказ. Мэтт. Хватит приказов, Нерисы. Не думал, что дождусь от тебя. Я ей тебя не уступлю. А сейчас второй заплыв. Странно, это приказ вообще какая-то, да? Это приказ. Приказываю тебе, не общайся ни с кем больше никогда. Приятно такое слышать, как вы считаете? Даже если нет бэкграунда с Нерисой. Уилл ревнивая женщина, давай. Да. Не, ну реально, даже если нет бэкграунда с Нерисой, вот я тебе приказываю, блин. Насколько она похожа на свою мать? Я смотрю. Это какой-то трэш, это пугает. Метровольным стилем! Я вообще ни в чем никому не уступлю. О, застрелилась. А, там же с... Да. И последний разворот! Квинтэссенция! Ты чё, нельзя! Андерсон не отстаёт! А фото заебали, ты чё делаешь? Это вообще что такое? Уилл, да ты чего? Вот я не могу. Правда, вот вы сидите, обсираете нас, говорите, что мы Уилл немножечко... немножечко? Что сейчас происходит? Она Уилл, постоянно... которая в первом сезоне громче всех орала, типа... Ну плевать, первый сезон трансформации. Нет, я буду говорить у нас буквально только недавно, она, изменилась. Сколько она пыталась контролировать. Нет, просто не ответит, что больше всех орала о том, что нельзя использовать силу она. И больше всех силу юзала в своих целях именно она. И это не меняется из сезона в сезон. Тебе не повезло! Первое место у Уилл Лэндов из школы Шеффилд! Офигеть. Андерсон вторая! И... Лиза Калетти из школы Стизерфилд третья! Ого! Первое место! Просто потрясающе! Правда? Да, это просто волшебно. Тут магия послужила славной победе. Одобряю. Я, пожалуй, пойду в душ. Пока, Вилл. Поздравляю. Спасибо. Если бы трос не порвался... Нет, ты выиграла честно. Можешь гордиться. Честно. Да. Ну, она, понимаешь, она живая. Вот что ей не отнять, что она прям вот персонаж, нет, которому... Нет, то, что человек может так сделать, я ж не спорю с этим, меня просто бомбит с этого, правда. Правда, она требует... Ладно, если бы не требовал, но просто такой человек, да? Да, просто если бы она совершала эти ошибки, такая, блин, опять, ребята. Ну, она от других просто этого требует. И не только этого, слишком, в принципе, очень много всего требует. Кто не хочет праздновать победу? Странно, кто откажется быть... В центре внимания. Уничтожьте Фобосы и всех, кто вам станет мешать. Всех? А значит, и меня? Ну, конечно, крутой человек. Укрытие! Слушай, он по факту сердце Земли сейчас. Что? Шеган, Мэтт, да. Мэтт, да. Или он разделил их между... На три обязанности. Ты не хочешь вмешаться? И потерять жизненную силу? Ты должна защищать меня. Учти, модник, без Вилл мы не преобразимся. Да, и что от нас требуется? Быть живыми щитами? Да. Подходит. Подходит? Слушай, они прям умеют управлять всем почти так же, да? Ну, не так сильно, как и когда превращаются. Просто такая струя, они только как будто летать не умеют. Действуйте! Я пытаюсь! А кто это управляет металлом?
Бабушка Хайлин? Нет, не бабушка Хайлин. Это... забыл. Земля? Как... Земля, да. Как ее зовут? Кадма? Кадма. Кадма управляет металлом. Ну ладно, странно. Ну, Тоф-то умеет. Ну, Корнелия не управляет металлом. Окей. Корнелия пока что не умеет управлять металлом. Она все-таки молодая страна. Это странно. Бабушка, стой! Ты стражница! Вот, а бабушки реально нет. Видишь? Мы вообще бабушку не видим. Бабушка вообще где? Это не бабушка никакая. Сила добра! Мы стражницы. Все это бесполезно! Мы уничтожим Фобоса. Я должен воспользоваться силой. Нифига себе, ты чё? Они исчезли. Никогда так больше не делай. Мы могли погибнуть. Не верится, что слабые девчонки осмелились назваться стражницами. Было бы кого сторожить. Похоже, меня недооценили. Может, мне изменить стратегию? Ну, вот, как будто прям мы все так удивлены, что он решил изменить стратегию. Все такие, ой, как это... Фобос, предатель? Что? Не может быть! Он что, злой? А, нет, он все равно злодей. Как мило. По маленькой детали. Какой? Он гладит Хагглса против шерсти. Ну кто животное гладит против шерсти? Это же неприятно. Может, Хагглсу приятно. Мы у Хагглса не спрашиваем. А, вот в чем стратегия. Стратегия стать добреньким. Чтобы им понравиться. Мы не так поняли. Мы не так поняли. Извини, пожалуйста, мы не так тебя поняли. Ну, это жестко. Ты не обедала, Корнелия? Ну, вообще, сколько ему лет? Ему 27 лет, как вы там говорили. Да, 300, да, да. Сколько, непонятно. И он такой, 14-летку. Может, хочешь попкорн? Спасибо, я не откажусь. Девчонки, по-моему, он втюрился в меня. Да, ну что взять со злодея? А это я так. Он очень милый. Фобос любит попкорн. Чего нахрен? Что? Сейчас решающий заплыв на дистанции 200 метров. Да это что? Это он реально так сделал? Поцеловал руку? А че, может, Фобос там с тортиками подмешал что-то? Нет? Начались глюны. Всякие... Ну, это ненормально. Если Мэтт так реально сделал, пошел нахрен этот Мэтт. Лим стилем! Удачи, Вил! А, тебе тоже! Они что, поменялись телами? Нет. Из школы Шеффилд! Ну а золото достается Уэнди Андерсон! Ну надо же! У Вэндом только серебро! И бронза у Лизы Калетти из школы Ист Хизерфилд! Поздравляю тебя, Мэнди! А я тебя! Просто мне повезло! Ты победила честно! Поверь! Поздравляем! Вилл, молодец! Молодец, Вилл! Спасибо! А что с ним? Так, он она не победила! Получается, Уилл победила, и он с ней в ссоре. А его подруга детства не победила. А почему он с ней в ссоре? Потому что Уилл его подавляет. Она ему приказывает. А, я забыла вообще про эту деталь. Все да, хорошо. Деталь вообще очень жирная и важная. О, вот ты мой милый.
власть над миром. Как зрелый плод, осталось украсть сердце. Она будет соблазнять его в теле голема? Голема. Это там вообще, это надо подобрать себе специальные, получается, миры, в которых есть атмосфера, в которых есть все. Это прям не так много миров, на самом деле, обитаемых. Девчонки, полюбуйтесь. Мне идет серебро или нет? Только если устраивает поражение. Не слушай его. Ты молодец. Пошли есть мороженое. Фобос очень быстро социализировался, такой, да, все понятно, двери вот так открываются, садишься вот здесь, да, я не понимаю, как есть попкорн, я же никогда в жизни не ел. Да, у Калиба же был какой-то период адаптации у Фобоса. Не, просто у него все проблемы с едой, он типа не умеет есть еду, все остальное он умеет. Ну да. Видимо, он не первый раз на Земле. Нам нужны лишние ложки. Давай пойдем съесть мороженое. Да. Вода! Огонь! Земля! Воздух! Мы едины! Горки. Мэтт, будь с Фобосом! Спокойно, я сам знаю. Реально, вот все почему-то не хотят Уилла слушаться. Интересно, почему? Ну вот, такой же конфликт был у нее с подружками. Они такие, а что это мы это? Да, там был еще момент с Корнелией, когда она немножечко занесло ее. Раскаялась, девушка исправилась. А вот с Уилл уже третий раз, или второй уже, когда ей не хотят. Ну, с сопротивлением каким-то, с обидой. Потому что она не просто просит, она действительно как будто командует. Типа, да. Ты прикинь, как классно было бы, если бы эта франшиза дальше развивалась, и мы получили бы еще несколько поколений, и Уилл реально стала злодейкой вот со временем. Она прожила жизнь, и у нее произошла произошла трансформация. Мы бы ей прониклись всем, что происходит. И потом внезапно на фоне всего произошедшего с ним, мы такие, ну да, вот понятно почему. Типа да, болеем за Уилл, а она, ну, выполняет у вас весьма недобрые мотивы. Но так как персонаж уже через несколько сезонов прописан, мы бы полностью стояли на стороне вполне, антагониста. Вполне. Это было бы классно. Но у нас всего 2 сезона. Выбирать не приходится. Спасибо, Хайлин! Ты меня спасла! Этот бассейн. Я тут раньше плавала. Приходит в себя. Просто Нерисы нет поблизости. Поговорим с ней. Кэссиди, ты была в команде? Команда? Морские ежи. Звучит безобидно. Могли назваться акулами, барракудами. Я бы выбрала суши. Не знаю, морские ежи – это самые опасные и коварные твари. Я всегда боялся наступить на морского ежа в реке Оке. Я был маленький и не знал, что это морские животные, но... Морские ежи. Не речные ежи, Саша. Ты была и в другой команде. Ты была стражницей. Пока Нериса тебя не опутала. Я попробую. Очнись! Я очнулась. В
Впредь не позволю Нериссе мной управлять. Я весело. Давно искала такого, как ты. Реально! Она соблазняет голема. Ну, нужно говорить, знаешь, это как в Риме говорите, как там... Короче... Я понял. В Тулу со своим самоваром нельзя. Сильного, мощного, а не только симпатичного. Мама говорит, я особенный. Ты со мной заигрываешь? Разве может утёс вроде тебя охренеть. Сердце первой встречной? Это что? Мои слуги! Кто ты? Мама говорит, найди подружку из гранита. Это прям вот ты, типа, кто ты? Ну, ты любишь так пародировать что-то. Ладно, да, извини. Такой. И мне не стыдно быть таким. Тебе не должно быть стыдно. Очень чувственный камень. Очень чувственный. Смотрите, какое сердце у него. Мягче, чем у многих из нас. Галинор, Кадма, постарайтесь вспомнить. Бабушка, вернись ко мне! А? Так прервется королевский род Меридиана. Папа слишком красив, чтобы умереть! Нериса, нет! Отойди, Нериса, твоя сила станет моей. Как он это сделал? Так он же может дублироваться. А, да? Да, да, мы его давно уже не видели. Кто еще запутался? Тупицы, чего вы ждете? Ко мне! Прости, Нериса, но мы больше не зомби. Как жаль. Страшно. Кинь, бабушка Хайлин такой навсегда останется. Ну, даже если Нериса падет, она просто ее силой наполнила и... Теперь бабушка Хайлин, теперь ровесница. Ровесницы подчинились мне. Ой, бабушка Янлин, ну бабушка Хайлин, бабушка Янлин. Но не ваше обязательство. Вы мои слуги. Ой. И мне спокойнее, если все вы заточены в моем посохе. Так, стоп, смотри. Сколько у нас здесь бабушка почему-то превратилась в бабушку внезапно, нет, да? Нет, она там и молодая, и старая, смотри. То есть там две бабушки? Там две бабушки. Все правильно, все сошлось. Теперь все сошлось. Она взяла подставную бабушку, сделала, забрала настоящую бабушку. Да. Ах ты, там уже тесновато. Там реально тесно, там никого. Вода, огонь, земля, воздух, квинтэссенция. Все пять стихий теперь мои. И вся сила в моих руках! Охренеть! Вообще какая-то имба. А что ты так раньше не могла сделать? Ну, она хотела подружек. Да, собственно. Но они ее кинули. Ну что, вам конец. Не ожидали, да? Ты! Вон, не шагом. Типа она его не ударила этим шаром, а просто сбежала. Я не знаю, почему он бежал на нее не в образе Шегана, а как Мэтт. Это так тупо, ладно. Схема непонятная. Знаете, и одного вполне хватало. Кто они? Астральные клоны? Почему Нериса боится Мэтта? Ладно. Чё? Астральный клон. Ну, да, он же тоже... Да, он же делал. О, теперь ясно. Так, минутку. Вы давно маскировались под Фобоса? После нападения в парке. Ваш план не сработал, и я придумал получше. Ты не влюбился в меня? И не ел сверчков. Не целовал Мэнди. Целовал Мэнди? Почему нам не сказал? Я же сказала, что они телами поменялись, но не думала, насколько.
А кто Мэнди целовал? Мэнди целовал сам Фобос в роли Мэтта. Он же был Мэттом, а все остальные были Фобосом. То есть, когда он подкатывал Корнелли, это был на самом деле... Мэтт. Нет, парень Корнелли. Чел с Меридиана. Калиб. Это был Калиб. А, ой, да, это был Калиб. Да, это был Калиб. Да, когда он там что-то жрал, это был Бланк. У меня была такая мысль, но я ее не до конца озвучила. Я сказала, что они просто поменялись телами, но я, типа, на моменте как раз, когда неплохо. Он целовал руку этой Мэнди. Неплохо, неплохо. Задумано. Ваше неведение обмануло Нериссу, но толку мало. Я думал, вы ее отвлечете, а вы продули. Никто из вас не умеет побеждать любой ценой. Да, но зато мы смогли победить тебя. Ты не забыл? И потом, победа любой ценой – это не победа. Главное – не потерять себя в схватке. Это... Сделала выводы. Ладно. Эти выводы на одну серию. Жалкое оправдание. Но он должен ее на место поставить. Да. Поражение. Мы не проиграли. Нериса стала сильней. Но она впервые с позором убежала да от нас. Да не впервые. Ну, прям с позором она постоянно... Что с позором? Она постоянно убегает. И не сказать, что с позором. Постоянно. Но, может быть, видишь, она говорит, она добавила с позором. Все это раньше она... Сейчас не было... А что сейчас было с позором, если она впитала в себя всю силу, раскидала их и ушла? Я реально не понял, это почему она... Это вообще не с позором. Почему она не направила... всю силу для того, чтобы убить бегущего на неё. Потому что на неё убежал Мэтт, и она убежала, чтобы он не забрал эту Элион, сердце. Но она уже заряд сделала квинтэссенции, почему не шарахнуть по нему? Это же убьет. Вечно очень осторожная. Блин, я не очень понимаю. Ну, этот мать... Ну, то есть, можно было убить его, и это... он прям бежал с голыми руками. Ну, он бежал, не знаю, короче. Ну, ты понимаешь, о чем? Немножко странно. Но на это, наверное, 100% есть объяснение. Опять в комментариях они прозвучат весьма убедительно, как всегда. Спасибо, что посидели с нами. Это была 20 какая-то хрен ее помнишь серия. Будем смотреть дальше, надеемся, на этом канале. Поставьте обязательно лайк. Спасибо.